Около 500 фактов хищения голубого топлива с начала года зафиксировано в Бишкек-Газе. С наступлением отопительного сезона в столице объемы хищения увеличились. Бишкек-Газ просит любую информацию, связанную с хищением газа, сообщать по телефону 0312 43 71 60. Тему продолжит Бермет Курманбекова. Абонент, проживающий по улице Бельской, воровал газ, откручивая резьбовое соединение. Хищение было обнаружено в ходе очередного рейда. Сейчас все вещественные доказательства изъяты, абоненту перекрыли газ. Сумма похищенного голубого топлива составила около 130 тысяч сомов. С наступлением отопительного сезона в столице объемы хищения природного газа увеличились. В этой связи рейды проводятся регулярно. В основном газ воруют жители частных домов и коммерческий сектор, говорят специалисты. Проводим рейдовые мероприятия по выявлению таких фактов хищения, несанкционированных врезок в газовую распределительную систему. Эти мероприятия, во-первых, направлены на выявление таких фактов, и, во-вторых, предупреждение нарушения правил газопользования, это, во-первых, нарушение правил техники безопасности. С начала года только в столице зафиксировано около 500 фактов хищения голубого топлива. Абоненты прибегали к разным способам обмана. Одни подкупали контролеров, другие отматывали счетчики. Также «Газпром Кыргызстан» проводит работу по поверке газовых счетчиков. То есть газовый счетчик проверяется, соответствует ли работа стандартам или же нет. Если он не работает, то мы его проводим его замену этого газового счетчика. В ходе таких мероприятий выявляется, что абоненты, вступая в сговор с нечистоплотными работниками, бывшими, я не знаю, или же действующими работниками газового хозяйства, вмешиваются в работу интегратора счетного механизма газового счетчика. Бывает грубые вмешательства. Специалисты могут определить любые виды постороннего вмешательства, говорят в Бишкек-Газе. При выявлении нарушения нечестному абоненту придется не только возмещать ущерб, но и платить штраф. Бермет Курманбекова, Эльдия Расенбаев, Общественный первый канал.